отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования. В рамках нацпроекта «Демография» с конца 2021 года в целях дополнительной социальной поддержки установлена единовременная выплата на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей. Суммы выплаты 169 тысяч рублей. Для оформления необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Еженедельно по поручению ВРИО главы региона руководство Самарской области проводит встречи с предпринимателями. Записаться на личный прием к ВРИО губернатора Вячеславу Федорищеву, руководителям министерств и муниципальных образований, можно через интернет-приемную на сайте вопрос.самрегион.ру. В обращении нужно указать проблемы, с которыми столкнулся предприниматель, предложения и инициативы. Для оперативной обратной связи в графе обращения необходимо указать название организации, а также ИНН, пишет телеграм-канал Самарского района. В связи с временным ограничением движения транспорта на участке по улице Гагарина для удобства пассажиров введен дополнительный остановочный пункт по улице Мариса Тореза в районе дома номер 7А для автобусов номер 24, 34, 41, 53, 56. Остановочный пункт вводится на время ремонтных работ профильных служб, сообщает телеграм-канал железнодорожного района. Муниципальные театры приглашают на заключительные спектакли сезона перед началом театральных каникул. Но жизнь в них не останавливается. Во время летнего перерыва коллективы готовят к премьерам и фестивалям. В зданиях проходят ремонтные работы, передает телеграм-канал Департамента культуры и молодежной политики Самары.